Ну, прежде всего, говоря о деле как бы затонувшей Болгарии, вот, могу сказать, что люди должны прежде всего быть честными перед собой и смотреть, куда они садятся, на чем они собираются кататься и как бы за что они платят. То есть, в общем-то, люди в ответственности за свою жизнь. Вот. И прежде всего, чтобы избежать подобных ситуаций, люди должны думать, что они делают и за чьи деньги они это делают. Вот. А, конечно же, хотелось бы, чтобы правительство или какие-то министерства проверяли, в общем-то, корабли, которые ходят, суда, которые ходят. И приятно видеть, что на Москве-реке ходят современные суда, да? Но иногда, конечно, появляются какие-то очень удивительные и недостаточно новые корабли. Поэтому я не катаюсь на этих кораблях.